Накануне на территорию спортивного комплекса «Темп» прибыли несколько пожарных машин. Но переживать не стоит. Огнеборцы прибыли на учения, чтобы познакомить малышей с важной и опасной профессией. Огнеборцы рассказали детям о правилах пожарной безопасности, показали технику, с которой они работают. В форме увлекательной игры ребята повторили номера телефонов для вызова пожарных бригад, прошли инструктаж и ответили на вопросы спасателей. Кто знает, может быть, именно на этой встрече кто-то из маленьких спасателей определился с выбором профессии.